побежал, пока настанут имена, когда вырву кусок мяса, и это криминал. Имена перегар сделал так, чтобы я принял и вернул свое старое имя Хитманьяк. Ubisoft Montreal Studios представляет Принц Персии. Пески времени. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Скачу за ебан там дакает. Мне кажется, я вижу свечение, о котором ты говорил. Вот он. Правильно, я кафель, чтобы он поломался. Принц индейца, блин. Ага. Так я и подумал. Так, а где-то еще, по-моему, было. Где-то еще была дверь, или нет? Да ладно, ты прикалываешься?
Чем-то напоминает этот локация «Схватка с судьбой», дворец императрицы. Хераси, ребят, и полетел. Че, типа, хочешь сказать, я бы не долетел, ну-ка, у меня дофига песка времени. Ну ладно, я верю тебе. Я полетел. А почему так? Что это было? Принц Аблу Персии? В смысле, че? Смотри, трещина, где у тебя между ног? Ха. Не сходи с этого выключателя. Да ёб твою. Сука, индеец, блядь. Мастер-ключник. Да, ссылка на матрицу. О, там уже все не боты активировались. О, щит. Да некогда мне тебе помогать.
Иди ты. Получай, да. Да иди ты нахер. Мне достало вот это вот качели. Наконец-то. Начну свою историю отсюда в следующий раз. Показали в этом видении то, что я могу контратаки делать. Но это я и так знал, просто здесь он пока, наверное, может до определенного момента плохо делает. Мне бы подлечиться на самом деле. Все еще доносится запах еды. А несколько часов назад за этими столами сидели люди, болтая и наслаждаясь ужином. Так же, как и люди моего отца дома в Серафе. Они чувствовали себя в безопасности за стенами замка. Откуда им было знать, что враг уже был среди них? Только так сразу. Ты
засаде. Это по-любому еще где-то будет. О-о-о. Всю столовую расхреначили. Ну окей, надо сохраниться в любом случае. Историю отсюда в следующий раз. Здесь я только обезьяна. Так, подожди. И туда есть. А, здесь просто песок. Окей, я понял, что здесь, а что там. Так, и мост надо опустить. По-любому. Что-то я не достаю до туда. Ну, видимо, нужно что-то сделать. Ну, может, я просто тупой. Оу, щит, мэн, гадэм. Бля.
Здесь надо вот так идти. Я не понимаю. Как тебе такое, Илон Маск? А, да? Где? Там внизу, а я наверху. И поэтому кру-кру. А, ладно, мартышка, это тоже нужно. Что-то штаны где-то испачкал в текстурах. Ё-моё, слушай, бля. Так. А-а-а. Не, вниз туда не полезу, там ничего нету. Так что только наверх. Мы над зоопарком. Нам нужно пересечь этот мост. И? Херакс. Ты сделал это! Да, мазафака. Все? Так, подожди, я там прыгал, ферикал, чирикал. Короче, сюда. Вот это да. Так, или что-то я затупил, да, походу. Короче, я конкретно затупил, ребята. Перемотка интересная штука. Ну, вообще по времени. Ну да, это получается, я бы по кругу пошел. Чего? Ё-моё, что за фигня? Помоги мне!
А, нифига, извини. Твою мать. Мало того, что нас урыли, еще и эту дурочку убили. Засаде, Саня. Может на Е нажимать контратаку? Не открылась эта песочная яма, скажем так. Добро пожаловать в сказку Хитмэниака.